Город Бялыніч по доброму порядку не лепший у своей категории населенных пунктов Могилевской области. Такое решение принял Могилевский облвыконкам по выниках конкурсу сярод населенных пунктов другой категории. А вот сярод агрогородков у лидерах Вишоу Бялынинского района. Редкий выпадок, коли город и агроградок одного района стали безумовными переможцами. Вишоу по-сабраутному мае свои отметности. Только у гэтым агроградку Могилевшины есть амфитеатр, где проходят усе значные мясцовые святы. При Вишоуской школе створены музей, где, кроме экспонатов про историю господарки, заховываются полотны ведомых живописцев по выниках пленеров, что организовывал колгас Радима. У додаток до этого музея мясцовое сельгаспадприемство сёлета побудовало пекарню. Хутка тут будет выраблять хлеб по стародавних рецептах. Город Бялыніч так само апошним часом по-сапраўднаму расквітнеў. На всех улицах з'явіліся цікавыя клумбы, розныя малые архитектурные формы. И галоўнае, паўсюль чысціня. Особого секрета нету. Мы просто работали. Работали на благо района. Работали, воплощали в реальность те идеи, те задумки, которые зарождались. Все-таки город Бялыніч и агрогородок Вишова имеют свое лицо, неповторимое лицо, своя изюминка. За первое место по доброму порядкованию город Бялыніч отримал премию 3000 базовых величинь, а агрогородок Вишов 1000 базовых у райсовете удокладнили. У основным усе сродки накируют на протяг доброго порядкования. Татьяна Сергейчик, Виталь Алексеенко, Новини региона.